Я! Игра Тао Лонг. Всем привет! Вы знаете, если вы смотрите наш канал давно, мы очень любим дуэльные абстракты, да и вообще различные абстракты. И Тао Лонг — это та игра, которая недавно, совсем недавно собиралась на Кикстартере. Достаточно имела большой успех в этом плане. И мы были когда на выставке, подошли, и вот такую игру нам предоставили. И смотрите, что нам нарисовали. Пуф-пуф-пуф. Очень красиво, очень симпатично. Вот так выглядят драконы. Это сам автор и иллюстратор этой игры нам такой нарисовал. Но суть не в этом. Так, это жетончик, по-моему, первого игрока. И в зависимости от того, какой дракон, он будет так ходить. Так, нас встречают правила. Вот такой нестандартной формы. Длинный, удлиненный. И правил достаточно много, потому что режимов игры... несколько. Есть упрощенная версия игры, есть более сложная. И здесь мы будем бороться драконами друг с другом. Кто победит, черная либо белая, это будет потом. Также нас встречают сразу же фишечки, которые будут взаимодействие на поле. Давайте посмотрим большие и посмотрим маленькие. Черные и белые. Вот так представлены диски. И есть вот такие диски огня и воды. Они маленькие, но... еще раз повторюсь, достаточно имеет важное значение в игре. Мешочек. Мешочек, я, честно говоря, думаю, он нужен для того, чтобы использовать все остальные компоненты в игре и туда его складывать. Очень приятный мешочек. Я люблю вот эти все такие бонусы. Так, дальше идет. Что? Сами жетоны. Давайте посмотрим, какого они качества. Вот я хочу большой выдавить. О, очень толстый. Прям... по отношению к другим играм, которые мы смотрели, рассматривали, это один из самых толстых жетонов таких. Здесь. И вот давайте дракона раз, дракона два и какой-нибудь жетон вот портала три. И толщина у них абсолютно одинаковая. Как и у того большого жетона, они все вот такие качественные и нарисованы. Вот, я надеюсь, видно в камеру, как все прорисовано. Жетоны я оставлю в покое и положу сюда. И последнее, что лежит в коробке, это игровое поле. Оно такое сборное-разборное. Это обратная сторона. Все драконы. А это игровое поле с нормальной ее стороны. Вот так вот оно выглядит. Здесь будут происходить сами действия. Как будут драконы там летать туда-сюда. А здесь будут активироваться те или иные действия. Игра достаточно сложная, но мы для вас подготовим партию, запишем, какая это будет махач-дуэль такой, и вы посмотрите и напишите нам свое мнение, как именно эта дуэль будет себя вести. А пока на этом все, да, больше ничего не лежит в коробке. В коробке больше ничего не лежит, и вот так вот. Это была распаковка игры Тао Лонг. Спасибо, что посмотрели, подпишитесь на канал и поставьте большой палец вверх. Всем пока!